Так, добрый день. Добрый день. Вы встречаете бодро падение? Ну, конечно, бодро. Мы же с вами договаривались, что будем стоять в шортах по Лукойлу, когда Лукойл задерется на вершину. Вот, когда он пробьет ХАИ, будет интересно его продавать. Это какие уровни? Так, это по акции 20.60. Вот, но он доходил тогда до 20.87, по-моему, там чего-то. Но я залез немножко раньше. Mm-hmm. Вот, на данный момент стою хорошо. Ну, что могу сказать? На рынке сейчас такая ситуация, что я бы не рассчитывал на то, что сейчас будет такое огромное падение. Думаю, что, ну, еще немножечко падение продлится, потом будет отскок. То есть немножечко я... это 2%. Ну, сколько немножечко? Это все раз. Да, 2%, но может этого даже и не быть. Может отскочить. Дело в том, что Лукойл со Сбербанком, ну, по моим алгоритмам, он несколько разошелся. А когда происходит такая ситуация, вот, рынок, в общем-то, не падает так активно. Я думаю, что будет сейчас некоторый отскок. Я буду искать возможность входить в ВТБ, если он дойдет до уровня 1.42, где-то вот, вот туда. На данный момент ВТБ сейчас очень высоко, поэтому я входить в него не буду. Вот, но могу только сказать, что часть позиции по Лукойлу я как бы сокращу. Угу. Дорогие друзья, извините меня, что я забыл выставить баланс белого, поэтому Иван весь синий. А, ну ничего. Хорошо, что не черный. Ну, синий – это хорошо. Вечно молодой, вечно пьяный. Ну вот. А вот ничего дальше? Вот, то есть, такое сложно. То есть, надо подскок и на нем собирать шортить? Да, если сейчас будет подскок, я буду усиливать позицию шортовую далее. Вот, если ВТБ дойдет где-то до уровня там 1.43, 1.42, 1.41, я подумаю, возможно, я буду его покупать. Вот, но, опять же, я говорю, что я не жду от рынка там громадного роста. То есть вся ситуация выглядит именно так. Бен Бернанке выходит, да, и говорит о том, что если будет все достаточно неплохо, возможно, QE мы сократим. Mm-hmm. Вот июньское собрание, которое будет, да, ФРС, mm-hmm. оно может как бы не очень позитивно повлиять на наши рынки. Ну, вот как бы так. Америка будет-то корректироваться, потому что, ну, бесконечного роста не бывает. Вот, но мы на испуге не скорректируемся, а просядем. Но, опять же, я говорю, то есть процентов 20 по рынку. Ну, 20? Это, ну, это, подождите, ну, это же за 3 месяца. Ага. Да, мы же в предыдущем интервью именно так говорили. То есть так получается, что вы человек, предыдущее интервью, которое у вас сбылись, да, прогнозы, я так понимаю? Ну да, ну, нужно же как-то первая, вторая, третья серия. Если что-то будет не сбываться, и ты будешь говорить там какую-то ерунду, то это никому не будет интересно. А вообще-то кто-то смотрит эти видео из ваших знакомых? Ну, я не знаю, я просто не залажу на смарт-клаб, не могу сказать. И другие сети тоже не смотрятся, да? Да, ну да, какой смысл? Ну, может быть, все популярность добавляет, я не знаю. Андрей. Он хочет верить, что кто-то смотрит. Да, я скромный трейдер, мне хватает того, чего хватает. Все, спасибо большое скромному трейдеру. Спасибо.